поменяли. Круг. А, нет, я просто пробовала. Ишь ты, какая. Так, подожди-ка.
Слово предоставляется председателю Межрайонного совета директоров образовательных организаций районов Ивановская, Новогиреево, Перово, директору гимназии 1637, заслуженному учителю Российской Федерации Пшениной Ирине Вадимовне. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, земляки, я вам передаю большой привет от Московской городской думы, от комиссии по науке и промышленности и от торгово-промышленной палаты города Москвы. Все, что сегодня здесь будет происходить, является тем самым важным и нужным для московской промышленности на сегодняшний день. Ведь профориентация детей – это очень важно для нашего будущего, для будущего предприятий Москвы. Сегодня в Москве организовано и развивается уже 26 технопарков, 18 промышленных комплексов, и количество их с каждым днем увеличивается. В условиях рыночной экономики самое главное – дать возможность бизнесу развиваться и проявлять свою экономическую инициативу и иметь заинтересованность. И Московская городская дума, когда разрабатывает и принимает законы, руководствуется этим принципом. Ну, помимо всего прочего, нужна профориентация. А профориентация начинается, на мой взгляд, со школы, с возраста 6+. И вот сегодня вы посмотрите, я уже был на этих участках, где будут показывать для детей и роботов, и будут показывать и 3D-принтеры, и многие другие интересные вещи, которые в будущем мы
промышленники, сможем, которых детей в будущем, тех детей, которые будут профориентированы, принять себе на работу. Профессию инженер на сегодняшний день нужно возрождать. Мы делаем бакалавров, специалистов, а инженеров не выпускаем. Об этом говорят уже многие работодатели и директора предприятий. Я уверен и убежден, что сегодняшние мероприятия, как и все другие, которые будут в дальнейшем, помогут нашим детям быть востребованными, нужными и для Москвы, и для России. Огромное спасибо всему преподавательскому составу, огромное спасибо департаменту образования города Москвы и Сергею Семеновичу за то, что вот такие мероприятия проводятся в Москве уже во всех округах. Ну а мы в Московской городской думе, я убежден, будем делать все для того, чтобы и в дальнейшем смычка между профессиональным образованием, между промышленностью, между законодательной и исполнительной властью была на высшем уровне. Большое вам спасибо. Уважаемые друзья, а ведь это именно Сергей Семенович Собянин назвал нам два основных проекта, над которыми будет работать система образования Москвы. Это углубленная информатизация образовательного процесса и комплексная интеграция общего, дополнительного, профессионального образования на основе межпредметных связей, метапредметности для достижения вами, наши дорогие москвичи, еще лучших, еще более высоких, новых результатов. Слово предоставляется заместителю префекта Восточного административного округа Ирине Михайловне Кузнецовой. Дорогие друзья, от имени префекта Восточного административного округа города Москвы Тимофеева Всеволода Александровича я поздравляю вас с сегодняшним открытием наипрекраснейшего мероприятия для наших школ. Я сама житель Перова, префект у нас тоже житель Перова. И я вам хочу сказать, что перовская земля всегда славилась талантами. И поэтому этот фестиваль пусть откроет новые таланты, пусть вырастет тех, кто завтра будет помогать нам строить и руководить городом. Я желаю успеха учащимся, особенно успехов желаю педагогам и, конечно, процветания всем нашим замечательным школам. С праздником! Удачи нашему фестивалю! Спасибо! Мы ценим наших педагогов, наши образовательные учреждения, руководителей. Большое вам спасибо за труд, успехов не только сегодня, а в течение учебных лет. Желаю вам счастья,
удовлетворение от вашего труда и высоких достижений. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что у нас сегодня работают три площадки фестивальные. Сегодняшняя площадка, на которой мы присутствуем, называется, девиз у нее «Готов к учебе, жизни и труду». Есть у нас еще исключительная площадка. Александр Юрьевич, на самом деле мы думаем об инженерной школе. Мы думаем о юных инженерах уже на школьной скамье. Замечательная, великолепная площадка «Инженерная школа «Московские профессионалы» открывается в лицее 1502 при МАИ. Владимир Львович присутствует здесь. И, конечно же, как же мы обойдемся без дополнительного образования? Площадка «Дополнительное образование» от кружка к профессии открывает дворец творчества молодежи и детей восточных.